Можно ли что-то изменить в кирпиче, из которого возводили еще Вавилонскую башню? Древнее этого материала только камень и дерево. Кирпич – многовековой символ строительства и эталон классики. Однако технический прогресс неумолим. Лего-кирпич – новинка на рынке, экономит до 30% бюджета на строительство и сразу выделяется своим внешним видом. Ну что, уважаемые друзья, моя фамилия Руденко Сергей Иванович, и я хочу вам представить тот интересный продукт, который наше предприятие ГАЛФ сейчас начинает разрабатывать и оттачивать технологию для запуска в широкое производство. Этот продукт строительный, это строительный материал, и он интересен и нам, как производителю, и потребителю своей простотой в использовании, простотой в изготовлении, доступностью, быстрой технологичностью в изготовлении тех или иных строений. Из лего-кирпича можно создавать любые конфигурации домов, несъемные опалубки для монолитных колонн и других монолитных заливок. Ну, наверное, сейчас уже нету человека, который не знает, что такое лего-игрушка. Принцип работы с этим кирпичом – это точно так же, как ребенку собрать из лего какой-то домик, заборчик. Принцип тот же самый. Вот я хочу сразу показать. Представьте, это, конечно, черновой вариант, пробный. Вот. Но интерес этого кирпича заключается в том, что у него есть так называемый шип и паз. Достаточно здесь покрыть, значит, клеем для работы с облицовочной плиткой, положить, и, в принципе, строение готово. Оно уже никуда не денется. Его не нужно ни выравнивать, ни обрабатывать швы. То есть тот же самый лего-конструктор. Шипы и пазы надеваются друг на друга, как в конструкторе лего. Поэтому название кирпича вполне логично. Как вы будете строить? Какое строение у вас будет получаться? Бога ради, это на ваше усмотрение. Но есть и еще плюсы у этого строительного материала. Это его цвет. Изготавливается изделие методом гиперпрессования из отсева горных пород и цемента с различными красителями. Хотите синий с зеленым, будет синий-зеленый. Хотите красный с коричневым, будет такой. Хотите под старинное здание какого-нибудь замка, будет того цвета, который вам нужен. Кроме прекрасного внешнего вида, у лего-кирпича есть много достоинств. Главное отличие в особенностях кладки. Не надо обладать никакими специальными навыками. Каменщика, там, штукатура. Достаточно иметь интерес, память ребенка и немножечко со своим ребенком лего позаниматься. И вам будет все понятно, как работать с этим кирпичом. Получился практичный конструктор для взрослых. Для кладки такого кирпича в небольших объемах вполне можно обойтись своими силами и строить в 3 раза быстрее. Сами понимаете, когда все это настолько просто, если у человека хоть чуть-чуть есть желание сделать свою дачу, свой дом красивым, пожалуйста, вы выложили по той цветовой гамме, которая вам нужна, вот, и получили желаемый результат. Внешний вид конструкции будет окончательным. Как вариант, их можно очистить от пыли и грязи, покрыть лаком или покрасить. И у вас уже будет готовое строение в кирпиче. Всегда возникает вопрос – цена. Да, цена этого кирпича, ну, процентов на 70 будет дороже, чем обычного красного. Но этот кирпич не требует специальности каменщика. Этот кирпич не требует раствора. Этот кирпич не требует после того, как вы выложили какое-то строение, дополнительной обработки, отделки, такие как штукатурка, облицовка. И в конечном результате из этого кирпича строение получается в 2, а то и в 2 с лишним раза дешевле, нежели из обычного кирпича. Еще одно важное преимущество лего-кирпича – имеющиеся отверстия можно использовать для прокладки всевозможных инженерных коммуникаций без повреждения внешнего вида. Мы представляем новый, интересный строительный материал, которого нету в Тамбовской области, который нужен Тамбовской области, который нужен небольшим компаниям, хотя он нужен, я уверен, и большим компаниям, и строительным,
но и рядовому потребителю, который хочет сам сделать себе забор, дачу, гараж, дорожки, теплый дом, все что угодно. Ограничением в строительстве из лего-кирпича может быть только одно – ваша фантазия. Для воплощения самых разных замыслов у производителя много цветовых и фактурных решений. Ну, я думаю, этот интерес мы еще поддержим с вами. Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы вас заинтересовали.